духа. Аминь. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. 1 Фессалоникийцам 5:17. Непрестанно молитесь. По молитве святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесному, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись обны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир человеце, благоволение, тайное и явное в уме и помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои, прости, соблазн, который я подал им, где я и падал, и вставал, там Ты, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться, спасение, слава Тебе! Это помощь Духа Твоего, Святаго, и молитва святых, хвала Тебе. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне веру Твою, святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны соборов, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай милости во и всем, кто трудился над душой моей, возрастанием ее в Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покрой амофором любви от всего, что не славит Тебя. Господи, воздай милостью всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия, благовествовать, и посеянное нами даст обильные и добрые плоды, и благослови помогавших нам. Аллилуйя, ангел Христов, хранитель мой святый, моли Бога мне грешном, добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений, и смертный час не покинь на мытарствах страшных и непонятных, проведи душу мою и веди в Царство Небесное навеки, Господи. Благослови народ Твой еврейский, дабы они приняли Сына Твоего Иисуса Христа как истинного Мессию и Спасителя, что мы знаем по Слову Твоему. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивым и довольным, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать никому, не завидовать, быть во всем экономными, помогать нуждающимся, искать прежде всего Царство Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу.
Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас, коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоими. Господи Боже наш, святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания добрый, архипастырь, моли Бога у нас, да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает пребывание наше на этой юдоли печали земле. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф и братья его патриархи, Ездра, пророк Неемия, пророк чтец Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоилагей, Сафоний, Захария, Малахия, царь и псалмопевец Давид, Нафан, Даниил, и же друзья его три отрока, что в пещере, пророк Михей, Авраам, патриарх, Исаак, Яков. Молите Бога у нас! Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимые Духом Святым изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом, и с любовью, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, власти начала силы Господцы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, Первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас, да дарует Господь нам жажду исследования Священного Писания, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Умягчи сердца правителей государств и народов, Владимира, Владимира, Александра и других. Даруй нам, Господи, священников, рожденного свыше, благовестников, определи нашу участь, как Тебе угодно. Даруй, Господи, чтобы продолжились еще исследования Писаний Твоих святых и молитвы. Святые ученики, мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин, философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилатый, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон Целитель, 40 святых мучеников Севастийских, царь Николай, святое царское семейство, жена его, 4 дочери, сын Владимир, святый Вениамин, Иосиф, святые Борис и Глеб, первомученики русские. Молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы и малые дети веровали искренно в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело или правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Господи, благослови призванных на службу, изъятых из семей Никиту и других. Даруй им духовное рождение, чтобы они были там, как светильники Твои, на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они не стали убийцами и помнили всегда Твое грозное предупреждение, Откровение 13:10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кого мечом убивают, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Пощади детей твоих, томящихся в узах, лагерях, тюрьмах, психиатрических темницах. Ты знаешь где, Господи? Найди их. Помоги. Упокой, Господи, усопших в обителях небесных. Отец и братья наших, родных наших, сродников, благодетель всех православных христиан, ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Прости им все их согрешения, вольно и невольно, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Святые учителя церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, еще Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Перский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Иероним Стридоцкий, все переводчики Священного Писания на родной, на русский язык. Молите Бога о нас и вообще все переводчики.
Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков и сектантов разрушь, искорени, развей, в ничто преврати. Святые жены и девы, Феокла, первомученица Фатина, Самарянин, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Чада и Матерь их София, Наталья, Адриан, семья, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, великомученица Ирина, Ольга, Елена, Нина Грузинская, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Ижебиблий, Киприан и Иустина. Молите Бога у нас, даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость, сохрани их от поруганий, нападений, насилия недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости будем мне грешному, создав имя, Господи, помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, прости мя грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых Твоих на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Прими молитву всех молящихся нас во благо нам. Любящий Отец наш Небесный, ради голгофских страданий, пролитой крови Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, за нас грешных, услышь и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Господи, взываемый о незаповедавших, положи на сердце помнить, что примирение с Тобой возможно только при жизни, ибо за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Говори, Господи, слушаю, туда слышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. Спаси Христос. Мир вам, Игнатий Тихонович. Аминь. Игнатий Тихонович, Игнатий, задавайте Тихонович вопросы. Мир вам, Игнатий Тихонович. Да, да, с миром, брат. Игнатий Тихонович, в книге Иова Господь говорит, что стучится однажды, а если того не заметит, другой раз. И перечисляет во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Как понять во время дремоты на ложе? Когда не полностью уснул. Промежуточное состояние между бодрствованием и сном. Я даже не могу сказать, то ли я уснул, то ли что. Но вот у меня видение было в это время. Вот он и берет все варианты. Это ступеньки. Окончательное закрытие мира, полностью уже пошел. И в этом случае тоже должно быть крестное знамение, крест, чтобы понять, что от Господа или нет. Он определяется так, Касьян говорит, что дьявол может показать и Богородицу, и Христа, мы их не знаем, и он притворяется в любом образе. Великое ли дело, говорит, ибо сам сатана принимает вид ангела света, так что и еретики принимают вид настоящих. Но вот здесь-то есть, существует грань, где он не может перешагнуть. Крест Христов он не может создать. Не может. Потому что крест – это оружие, которое пронзило его, разбило его царство. И поэтому, если во сне ты видел крест, четко, ясно, это от Бога. Этот сон от Бога. Но не разгадывай. Если есть духовник, духовный, пойди ему, расскажи и скажи, помолиться надо. Что это означает? Вот такой порядок. Да. Приветствую тебя, отец и все братья и сестры. Спасибо, Христос, отче на ум. Да, благодарю. Иван, и тебя со всеми братьями. Спасибо, Господь. Значит, да. Недавно, да, ну вот мы были в паломничестве. Я тебе вот записку написал, да? Да, и там мы встретили, ну, старого друга, еще он, да, он много сделал для церкви, много строил там, здесь организовывал по строительству. И вот он в этом месте, там красивое место, это Иоанн Задосенский,
Значит, он там целый монастырь открыл, построил себе и храмы, и кельи там для... Где-то у него 11 человек, вот вроде монахов здесь. Но он вне церкви. Но он читает Писание там и проповедует. Я у него спросил, когда ты исповедовался, когда ты причащался? Он говорит, уже больше года. Ну, я же говорю, ты же вне церкви тогда. И вот я вспомнил тогда, вот ты часто проповедуешь, где нет епископа, там нет и церкви. Я говорю, ты вне церкви. Вот я предложил ему, я организую, вот встречусь с тобой, может, с епископом. Ну, вот здесь, может, он пошлет кого-нибудь здесь, чтобы ты... восстановил имя свое в церкви и свои братья. Он отказался. Вот сейчас вопрос. Какие места Писания или канонов говорят, что здесь кто не причащается и вне церкви? Вот, и вне церкви. Значит, и нет спасения. Вот где такие места, чтобы я ему мог показать, я ему напишу. И чтобы он увидел свои дела. Сейчас побеседуем. Я вам скину это место. Это Евангелист Иоанн говорит об этом, и Павел напоминает об этом. Если кто не бывает на вечере, не имеет жизни. Но не так, что когда причащает, в оставление грехов. Причащается не в оставление грехов, а ради жизни духовной, в Духе Святом. А что прощаются грехи, такого нигде нету. Прощается грех только... Голгофа, а не в чаше. Вот это надо сказать, чтобы люди знали это. Угу. Да. Хорошо, скинь, я прочитаю. Ну все тогда, все. Я сейчас прошу, ни у кого вопросов нет больше, отхожу. Хорошо, спаси Христос. Да. Благодарю, отец. Аминь, спаси Христос. 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 Благодарю за беседы, молитвы. Аминь, спаси Христос. Аминь, спасибо.